Дорогие студенты, уважаемые преподаватели, поздравляю вас с Днем Знаний, с началом нового учебного года. Обращаюсь к первокурсникам. Вы стали политеховцами в год 90-летия нашего университета. История политеха богата яркими событиями и достижениями. Непростые моменты истории страны преподаватели, ученые и выпускники университета всегда были там, где трудно, где требовался напряженный труд и самоотдача. Благодаря их талантам и упорству технический университет имеет заслуженную репутацию кузницы инженерных кадров. Политех в настоящем это опорный университет Саратовской области. Это отличные условия для учебы, научной работы, развития творческих способностей, построения карьеры. Вы будете учиться у талантливых и ярких преподавателей. Цените их труд, познавайте профессию, грызите гранит науки вместе с ними. Нам предстоит работать в сложный период, в условиях ограничений самодисциплины, связанных с пандемией коронавируса. Но несмотря на все трудности, учебный год начнется в очном режиме в стенах университета. И здесь очень важно соблюдение мер профилактики, внимательное и ответственное отношение к себе и окружающим. Уверен, что мы с этим справимся. Желаю, чтобы ваша студенческая жизнь была яркой, интересной, творческой, насыщенной событиями и победой. С праздником!